Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено проекту Capital Bank. Это у нас майнер, где мы начинаем зарабатывать без вложения. Нам тут при регистрации дается бонус, здесь у вас будет, его активируете, и вам начнет капать копеечка. Я же хочу проверить его на вывод. У меня доллар 30. Хочу вывести денежку. Сейчас я соберу прибыль в свои копейки, чтобы они не потерялись. Так, прибыль получена. Сейчас обновиться. Прежде чем выводить, зайдите обязательно в настройки. Нажмите «Получить пин-код», вам придет пин-код. Обязательно его сохранить. А потом уже прописываем Payeer-кошелек. Прописываем свой пин-код и сохраняем как бы кошелек. Так, вывод. И что еще хотела вам показать, друзья. Вот здесь вот квадратик. У меня тут нет ничего. Нажимаем на него. Ни одну меня интересуют вот эти кэшпоинты. Вот. Что здесь? Вот кто-то спрашивал также про эти кэшпоинты, потому что уже есть у нас несколько таких проектов. Значит, на что модератор вот здесь, да, ответил. У нас нет кэшпоинтов и прочих ограничений. Это, конечно, друзья, радует. Значит, у меня доллар 30. Так, это я убираю, поставлю 0. Я должна получить доллар 29. Вывод пока не было у меня. Нажимаю вывод. Так, все. На английском Python на мой кошелек. И обратите внимание, вот здесь минимальная сумма для вывода. Я, по-моему, в прошлый раз говорила 20 центов. Тут 2 цента. Максимально 10 долларов. Вывод можно делать один раз в час. Идем на кошелек. Не на кошелек, а на этот. Почту. Ну, у меня вот здесь пусто все. Payeer у нас берет комиссию. Платит инстант плюс доллар 28. Второе 0,2. Так, и комментарий. Payment Елена Capital Bank. Мой логин. Ну, все замечательно. И самое важное то, что нет этих кэшпоинтов. Я же закидывала сюда 1 доллар, я прикупила мощности. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить на вывод этот проект. До новых встреч!